Radio Vocea Speranței Stimați prieteni și prietene, bine v-am găsit la un nou interviu la Radio Vocea Speranței. Astăzi o să discutăm despre creativitate și lucruri frumoase, acum în ajunul sărbătorilor de iarnă. Alături de noi este Olya Litvinova, pictor și designer. Acest interviu o să aibă loc în limba rusă. Olya, privet! Privet! Dar ce vă vă secret. Давай. У тебя сегодня день рождения. Да. И мы хотим тебя поздравить, потому что это, конечно, очень здорово, что ты захотела прийти к нам в этот день и быть с нами, рассказать о своем творчестве. Так что мы очень рады и поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо большое. Я поставила, хочу добавить то, что я поставила себе такое такой принцип небольшой э, сделать то что никогда раньше не делала и никогда раньше я не была в день рождения на радио поэтому я решила что это будет очень здорово делать мой день рождения потому что это будет незабываемо спасибо большое за приглашение мы всегда рады особенно вот зимой, когда мы все в поисках подарков для своих близких. И по этому поводу хочу тебя спросить, как ты думаешь, что лучше подарить? Подарок из магазина или сделанный своими руками какой-то маленький сюрприз? А, так, в общем и целом, дарящему человеку ему дарят внимание. Поэтому, мне кажется, самое важное, на что нужно обратить внимание, это что человек, которому подарят, любит. Он ценит подарки ручной работы или он любит все-таки что-то такое брендовое, купленное, mm -hmm. это имеет значение. Поэтому об этом нужно задуматься заранее. Дальше я думаю, что нужно обратить внимание на то, что ты умеешь делать, или сможешь ли ты найти такого мастера, который сможет это сделать, да, если человек ценит все таки подарки ручной работы. Это такие как бы пункты, они не самые главные, но они имеют тоже значение, когда даришь подарки. Я думаю, что люди, они вот делятся как бы на категории, но я слышала такое, что все-таки на слуху есть такое мнение, что люди ценят подарки ручной работы потому что они сделаны вот с, с каким-то таким особым подходом, с энергией того человека, с какой-то индивидуальностью и даже уникальностью. Поэтому я думаю, здесь все, конечно, относительно. Что-то преувеличивать не хочется. Mm -hmm. Я бы привела в пример вот такой момент вот к примеру я хочу подарить вот чтобы немножко разделить людей на категории да на две эти категории все-таки ручной работы или из магазина взять я бы привела вот такой пример я хочу вот ставлю такой запрос хочу сделать человеку приятное что-то что-то такое чтобы он чувствовал себя прекрасно, чтобы этот подарок, допустим, принес ему радость, чтобы он чувствовал себя не одиноким, вот благодаря этому подарку, чтобы он какую-то пользу ему приносил, такую, ну, допустим, чтобы в трудную минуту ему было хорошо. Вот этот подарок ему о чем-то напоминал или вот просто возвращал ему те прекрасные эмоции, которые он раньше испытывал. Я думаю, это важно, потому что mm -hmm. с нами происходит это как бы периодически, и нам важно иметь такие э, э, такие вот элементы, которые нас будут возвращать обратно. Поэтому что я бы подарила, к примеру, из подарков э, из магазина? Mm -hmm. Допустим, это могли бы быть наушники. Mm. Возьмем наушники, да. Почему? Беспроводные наушники, uh -huh. можно брендовые, можно взять, к примеру, Apple, а можно и не Apple. Есть еще <laughs> разные фирмы, да. Но почему их? Потому что они реально принесут радость. Почему? Человек включит наушники, музыку и... Он почувствует себя прекрасно от любимой музыки. Он может послушать какой-то подкаст, видео в Ютубе, фильм посмотреть через наушники. Он послушает голосовое или поговорит по телефону. Ему уже не станет одиноко. Они принесут пользу этот подарок. Что будет, если я подарю ему подарок ручной работы? Здесь можно проявить небольшую креативность. И, к примеру, Давайте мы возьмем что-то такое, что не из нашего времени. Допустим, винтажную кассету. Mm -hmm. Кассету пленочную, которую мы раньше включали в магнитофон. Okay. Сейчас никто этим не пользуется. Ну, может быть, очень мало людей, там 1-2%, хотя я не видела таких. А, но это уже интересно, кассета. А, чтобы, естественно, прослушать эту кассету, можно взять э, кассетный э, плеер и найти к нему наушники, но проводные. Да, и, их сейчас уже тоже не так много, но э, ну, есть, э, но можно есть, найти. есть можно найти, конечно. А, ш, просто подарить кассету, как бы, ну нет, а, тут нужно что-то такое интересное, ручное такое, вот что-то. Что я могу? Э, использовать свой голос. Я могу записать на эту кассету что-то такое, что приведет человека в радостные, и счастливые эмоции, напомнит ему о чем-то. Зависит еще от того, кому я дарю. Если это любимый человек, моя вторая половинка, там будут какие-то свои истории, приколы, поддержка какая-то, подруга, будет что-то другое, там, зависит тоже от того, кому я подарю. Я могу составить какой-то рассказ интересный и его прочитать. Могу спеть песню, прочитать стих какой-то, может быть, сделать мини-подкаст такой, чтобы человек вот чувствует себя плохо э, и одиноко вот. mm -hmm. он включил и вот вот просто вот если представить это вот так вот взять эту вот уникальную просто кассетный этот диск просто нажать на эти кнопочки вот так вот включить это это просто уже будет что-то уникальное индивидуальное не такое как у всех и оно действительно принесет тоже теплые эмоции конечно два этих подарка брендовые наушники и кассетный кассетную кассетный плеер mm -hmm. э, их, конечно, не сравнить, но они по своему прекрасны, yeah. поэтому вот сейчас я как бы рассказала эту историю и каждый подумал, что ему, возможно, принесло бы больше, наверное, эмоций и радости, вот и какой категории он больше бы себя отнес? Я бы, наверное, если бы я отвечала на этот вопрос, наверное, я бы выбрала и то и то. Но я была бы счастлива от этих двух подарков, это точно. Потому что я люблю и одно и другое, конечно, конечно, вот так, вот так я отвечу на этот вопрос. Угу. Ой, ну конечно, у тебя фантазия очень большая. Посмотри, ты нам рассказала, как можно вот сделать подарок, используя какую-то винтажную вещь, но еще и свой голос. Я бы до этого не додумалась. И вот, ну. Давай, допустим, что те, которые сейчас нас служат, они тоже хотят сделать какой-то подарок своими руками. Вот одна идея есть. А что еще можно сделать? Потому что не все такие креативные, как ты, да? Не все могут что-то сотворить, и чтобы этим наши дорогие люди пользовались. Mm -hmm. Я думаю, что первое, что нужно себе поставить, мысль, которую нужно mm -hmm. заложить себе в голову, это внимание, которое ты хочешь подарить человеку. Очень сложно попасть в... Предпочтение человека, что именно ему нужно. Можно догадаться, да, но uh -huh. вот мне кажется, что подарки это больше про внимание и эмоции. Поэтому я предлагаю подумать, эм, что каждый из нас умеет делать своими руками. Uh -huh. Это может быть банально и просто открытка. Просто открытка, но если ее сделать вот своими руками, придумать там, вырезать солнышко как-то красиво, что-то блестки какие-то наложить, все это можно снять на видео. На видео можно даже рассказать, как ты это делаешь uh -huh. просто. Да, можно взять это еще, загрузить в социальные сети, как-то попросить друзей еще как-то, чтобы они, может, какие-то комментарии дали, uh -huh. может, даже своих каких-то подписчиков или друзей в общем чате. Ребят, я делаю подарок. Подскажите какие-то идеи. И вот просто взять вот и подписать. Вот этот элемент мне предложила вот, допустим, Катя. <с а <с тот элемент мне предложил Миша. Вот как-то сделать вот в таком. То есть это... Креативность это несложно. Просто нужно дать волю своим мыслям, чувствам, эмоциям. И вот не ставить себе рамки. Вот попробовать сделать что-то такое, что... Действительно, раньше никогда не делал, mm -hmm. да, открытку со всеми друзьями вместе, но при этом один в комнате ты можешь сидеть и ее сам лепить как-то. А, это что-то из креативного. Что можно еще сделать? Попробовать что-то нарисовать, попробовать э, сложить из конфет какой-то интересный, не знаю, рисунок, к примеру, сфотографировать его, сделать из них букет какой-то, просто сложить в корзину и накрыть в каком-то таком стиле винтажном, интересном таком... Опять же, можно приобрести какие-то винтажные вещи mm -hmm. и тоже из них что-то сделать замечательно. То есть это может быть разное из подручных средств. Из э, современных каких-то элементов или из э, прошлой эпохи, mm -hmm. да, что-то можно подыскать. Эм, но главное, самое главное, что для этого нужно, это эм, действительно подойти к этому с душой э, и попытаться передать те эмоции, которые человек в итоге предположительно должен почувствовать. Вот так. Ой, как здорово. Ну, смотри, Оль, а ведь ты тоже делаешь э много таких красивых вещей своими руками. Например, вот эти сережки, которые сегодня на тебе. Те, те люди, которые нас сейчас слушают, я бы хотела рассказать, что вот Оля делает сережки ручной работы. И они легкие. Они кажутся такими большими, но они очень легкие. Ну, конечно, у тебя еще есть много чего. Расскажи, что у тебя есть в наличии и что мы могли бы приобрести своим дорогим людям на празднике. Так, что есть у меня в наличии? Да. Это э, открытки, угу. поздравительные. Э, они уникальные тем, что они могут быть под любое время года. Э, я сама их рисовала. И эти рисунки переводила уже потом в печать mm -hmm. и размножала. То есть это исключительно моя иллюстрация, мои иллюстрации и моя работа. А, также у меня есть метафорические карточки и аффирмативные карточки. Это, кстати, очень интересный и уникальный подарок. Mm -hmm. а, объясню суть этих аффирмативных карточек. С одной стороны, иллюстрация она очень замысловатая и такая вот, которая навевает какие-то эмоции, которые возвращают тебя или дают тебе какой-то ответ. Они очень развивают креативность, фантазию и дают пищу для размышлений. А mm -hmm. с другой стороны, идет фраза, которая также мотивирует. Вот она больше мотивирует, да. И она, они вот вместе, иллюстрация и фраза, дают какой-то общий такой эффект, который приводит к результату, к тому, что даже можно на несколько минут увидеть свое будущее и попробовать э, прожить его и прийти потом к этой цели. То есть вот ну, настолько под запросы подходит. А, далее я начала с недавнего времени делать э, сережки из легкого пластилина. Они абсолютно легкие, легче, чем воздух, если так говорится невесомые, и вообще они просто незаметные, когда, я имею в виду, по тяжести. Ушки не устают, и чувствуешь себя замечательно просто, да, ничего нигде не болит, не ноет, вот, и эти сережки уникальны тем, что они разные, разные формы, я их всех делаю, все их делаю вручную, без форм, просто леплю своими руками, так, как я вижу, и крашу их потом акриловыми красками точно так же, как я их вижу. То есть они абсолютно индивидуальные и не похожи друг на дружку. И я их безумно люблю. Вот так вот. Этими карточками, которые ты говорила ранее, можно даже играть с друзьями, правда? Вот кто-то да. вытягивает одну карточку и говорит, что он чувствует, что он видит, или аффирмативные карточки тоже, да. как бы это очень здорово попробовать и даже в коллективе. Сейчас очень многие делают корпоративные какие-то мероприятия тоже, если хочется какой-то какой глубины. Да я, да, я просто всеми руками за, потому что у меня тоже есть такие карточки. И я знаю, что это очень прекрасно вот, пользоваться ими. Они вот даже раскрывают, mm -hmm. раскрывают людей чуть-чуть больше. Они становятся не такими зажатыми в обществе, потому что не каждый еще может себя раскрыть в коллективе. Mm -hmm. Кто-то чего-то боится, не хочет что-то рассказать, или как бы ну, стесняется. А вот мне кажется, карточки, они дают э, такой как бы путь, uh -huh. простеливают к этому. И уже человек сам выбирает, как ему быть. И это все как-то объединяет людей. Uh -huh. И если, когда слушаешь мнение другого человека, у меня было так на моем опыте, я слушала, а что значит для человека эта карточка. Я понимала, что для меня она не имеет такого значения, но у меня открывалось как будто второе сознание, и я понимала, что здесь намного больше закрыто, скрыто. И, и карточки не развивают реально фантазию, очень развивают. И креативность. Вот. Кстати, о креативности. Подскажи, пожалуйста, нам, как быть более креативными в Новом году. А так, я отвечу так, что можно... Что можно сделать? Uh -huh. Во-первых, позволить себе быть креативным, взять себе это право, действительно понять, что тебе не нужно никаких курсов, никаких дополнительных занятий или еще чего-то, которые будут длиться, не знаю, годами, тебе не нужны какие-то сертификаты и еще документы разного рода. Mm -hmm. Ты уже креативный, у тебя есть креативное мышление. Внутри тебя заложенное. К нему нужно просто, наверное, подобраться оно есть, разрушить все рамки, которые сейчас мешают, и начать творить. Я могу привести пример такой и, соответственно, практику, которую можно уже попробовать сделать. Я mm -hmm. так думаю, я просто ее использую. К примеру, я хожу на работу. Одной и той же дорогой. Uh -huh. Вот просто одной и той же дорогой. Что нового я могу приобрести для себя? Ничего. Мне ничего нового вряд ли не, точно не придет в голову. Я проверяла это не приходит. Наоборот, какие-то очень скучные обычные мысли, которые вот просто тебя отводят от главного и от твоего внутреннего вот этого центра креативного твоего? Я предлагаю попробовать ходить другими дорогами, искать новые пути и, опять же, то, с чего я начала, делать то, что никогда раньше не делал. Uh -huh. Почему? Потому что именно эти действия, они создают новые нейронные связи в мозгу, и человек начинает прорабатывать в голове новые сценарии на каком-то подсознательном уровне. К этому нужно прийти, и это потом откроет. Откроет просто в какой-то момент щелкнет, и человек увидит, что М, я могу это сделать. Я могу сделать какое-то искусство даже из листочка бумажки. Кстати, я тоже это делаю. Я просто закрашиваю слова на бумаге и оставляю только несколько слов, которые могут соединиться в одну мотивирующую, интересную фразу, которая тоже, кстати, работает с другими людьми, как метафорические карты. То есть можно сделать из любого подручного средства что-то креативное. Вот. Поэтому как быть креативным в новом году? Я предлагаю так делать, постараться делать что-то новое. Это создаст нейронные связи, новые сценарии в голове и попытаться открыться к этому, посмотреть, какие рамки есть в бытовом жизненном пространстве и попытаться их посмотреть на них под другим углом. Я так думаю. Вот. Да, благодарю тебя. Оля, и в конце, чтобы ты нас еще чуть-чуть замотивировала, расскажи, пожалуйста, какой у тебя в жизни был самый незабываемый подарок? И, может быть, и ты нам скажешь, кто тебе его подарил? Наверное, это будет очень банально и очень просто. На самом деле, очень просто. Это не наушники AirPods. Это точно. И не какие-то машины, да. Это была обычная шоколадка Джек. Так. Самая обычная шоколадка Джек. А почему я вспомнила про нее? Это не только этот подарок, единственный, самый незабываемый. Но я вспомнила эту шоколадку, потому что тогда, на тот момент, я действительно не ожидала никаких подарков. Вот просто никаких. И мне его подарили, эту шоколадку. Mm -hmm. И она настолько незабываемая для меня, что когда я в магазине вижу эту шоколадку, я вспоминаю этого человека, я вспоминаю эмоции, mm -hmm. которые мне подарили, я вспоминаю тот день. Это было в университете, мы сидели за партами, разговаривали. Это было тоже мой день рождения, кстати. Да, это были пары. Я пришла на пару в свой день рождения. Это было действительно незабываемо до сих пор, потому что эту шоколадку подарили мне где-то лет 9 назад и я помню это сейчас. Я хочу сказать то, что самые незабываемые подарки это самые неожиданные. Mm -hmm. Это не те, которые дорого стоят или имеют какой-то вес в обществе или на слуху. Mm -hmm. Это они не относятся к каким-то категориям. это просто подарки, которые тебе подарили неожиданно, ты их не ожидал вообще никак. И еще очень ценится, мне кажется, какая-то креативность, к которой подходит человек. Что- то есть такое не знаю, просто бантик какой-то или какая-то блестки какие-то или вот ну, просто улыбка другая. Uh -huh. Я возможно, я просто такой человек, и я ценю все эти детали они для меня, они приводят меня в какой-то вот такой восторг. Поэтому да, самый необычный подарок ⁇ это э, самый неожиданный. Вот так. Спасибо тебе за эту историю. Оля, еще раз с днем рождения тебя. Спасибо. Пускай этот год будет для тебя таким же креативным, даже больше. Пускай он приносит тебе много новых идей и много людей, которые будут это ценить, потому что это, конечно, труд неимоверный, и ты работаешь над этим, и пускай все как бы тебе воздастся, да, потому что это очень важно, получать и фидбэки, получать и поддержку. Spasi bășă, spasi băză Daure Slava, Stimați ascultători și ascultătoare, astăzi alături de noi a fost Olea Litvinova, pictor și designer, care ne-a motivat să fim mai creativi în noul an și în ajunul lui. În cele ce urmează, vă dorim o zi frumoasă să aveți. Radio, Vocea Speranței.